Всем привет! Я Олечка, а это Земс. И вы на канале «На даче жить». И сегодня мы вам расскажем об небольшом инверторном генераторе, который можно носить с собой как сумочку. Инверторный генератор по сравнению с обычным имеет несколько плюсов. Первое – это экономия топлива за счет регулировки оборотов под конкретную подаваемую мощность. Второе – есть функция «экономичный режим». И третье – у них стабильное напряжение. Я долго пыталась понять, что такое инверторный, открыла схему в Гугле, и глаза мои разъехались. Вся надежда на вас, надеюсь, вы мне объясните это все доступным языком. А этот малыш Дензел способен всего на 2 литрах топлива АИ-92 давать вам электроэнергию на протяжении 4 часов. Правда, всего 1 киловатт электроэнергии. В их линейке, в их семействе есть и побольше. 1,3 киловатта и 2,1 киловатт. Ну, правда, вот этот малыш стоит 15 тысяч рублей, а остальные, соответственно, побольше. По весу он достаточно не тяжелый. Я думала, что они вообще тяжелее, а по размеру он даже меньше, чем 20-литровая канистра. Что плюс? Можно носить с собой. А сейчас я его впервые запущу и опробую. Снимаю крышку, чтобы для начала залить масло. Заливать надо до этого уровня. Для этого малыша нужно масло SE10V30. Готово, протираю пролитое масло. Крышку обратно прикручиваю. Земс тем временем разбирается со своими лапами. Чем-то они его разозлили. Может, не с того места растут? Теперь заливаю бензин. Лить надо не выше этой красной отметки. При первом запуске бензина надо не менее 75% бака. А Земса крайне заинтересовал бензин. Готово! Закручиваю. Затиску, вот вечно мешаешь мне работать. Теперь открываю воздушный клапан, топливный кран, воздушную заслонку и нажимаю кнопку «Включить». Теперь надо подкачать бензин, чтобы его стало видно. Дергаю за рычаг и завожу. Как он прогреется, нужно вернуть заслонку в стандартное положение. Это крепление заземления. Нужно ли оно? Ваше мнение в комментариях. Далее предохранитель для постоянного тока, уровень масла, предупреждение о перенапряжении. Зеленый огонек – это все хорошо. Эко-режим, включение-выключение, розетка 220 вольт и розетка 12 вольт. Также в комплекте есть свечной ключ, отвертка и клемма для заряда 12-вольтового аккумулятора, например, автомобиля. Очень удобно, можно свое авто зарядить прямо на улице. Теперь тест. Сначала возьму стандартную болгарку. Работает отлично, без каких-либо проблем. Мощность ее 710 вольт. Теперь возьму помощнее, 1750. По идее, должна сработать защита, ведь мощность генератора 950. Но на удивление тянет хорошо. Пробую тяжелую артиллерию. Ту-ду-ду-ту-ду-дум. 1010 вольт и никаких проблем. Думаю, его классно брать с собой на природу для электропилы и для света. А у выхлопной трубы можно руки погреть. Ничем особо не пахнет, но этим лучше не дышать. Идея! Пойду взрывать дом. Подключаю роутер и компьютер. Ура! Все работает! Проверяю мою группу ВКонтакте. О, мой дорогой подписчик Евгений Тетюев, надо ему ответить. По результатам тестирования, вообще он меня приятно удивил. Маленький, компактный, а мощность выдерживает больше, чем заявлено производителем. Этого малыша мне дали на обзор, так что давайте хорошенько пролайкаем это видео и сделаем репосты, чтобы мне его подарили. А то частая проблема со светом на даче не дает нормально жить. Как вы заметили, на моем канале
Периодически я разыгрываю конкурсы. Я дала себе слово, что когда я делаю рекламу, я у производителей еще и выпрашиваю для вас подарочки. И на этот раз это лазерный уровень, трехосный. Его я разыграю в следующем видео. Вообще очень классно было бы, если бы здесь были бы не саморезы, а какие-нибудь штучки, которые можно было бы откручивать вручную, и разъем для USB, чтобы подзаряжать телефон. Вот этого очень не хватает. И тогда он был бы незаменим в каждом доме. Наверное, вы задаетесь вопросом, почему я окружена таким количеством шуруповертов, а их 14 штук. А все потому, что я задумала глобальный тест, которого еще не было. А самое интересное, это то, что в конце я их все раздарю. Как вы знаете, у меня очень много инструмента Митаба. Уже полгода почти я им пользуюсь, и, к сожалению, мне есть чего плохого о нем рассказать. Так что смотрите следующее видео, подписывайтесь на канал, делайте репост этого видео. До скорой встречи, пока-пока! Хочу посоветовать московский магазин, который выигрывает по ценам по сравнению с другими крупными магазинами. Вот для примера статистика по некоторым позициям. Итого дешевле от 7 до 14%. У Миромол отлаженный сервис взаимодействия с клиентом и быстрая доставка, а также широкий выбор товара и удобный поиск. Для моих подписчиков по кодовому слову «На даче жить» подарок. Карта постоянного клиента и скидка 5% на весь товар. А вот такой малыш Дензел всего на 2 литрах топлива АИ-92 способен нежиримо и носки. Ой, что за руки земские?